Уже по традиции в канун Нового года в Доме правительства вручали государственные награды. Рад видеть в этом зале знакомые лица, жителей Чувашской республики, многодетных пап и мам, целые семьи. Может быть, поэтому лично у меня сегодня настроение теплого семейного праздника, несмотря на наши погодные условия, канун Нового года. Награды вручили тем, кто трудится на земле, работает на производстве, лечит людей, воспитывает и учит детей, строит дома, обеспечивает их светом, водой и теплом. Трудовой стаж Евгения Тертышного в строительстве больше 43 лет. В 2006 году он стал почетным гражданином города Чебоксары, теперь и Чувашской республики. Вводили дом мод, например, и тогда для того, чтобы сделать там десятка, два-три квадратных метров мраморного пола, москвичей звали. Вот. И вот тогда поставили цель, значит, создать организацию высококачественной отделки, в том числе камнеобработки. Потом изучали опыт всей России отдельных городов, и через 8 лет мы все-таки решили эту проблему. Ольга Шишова – учитель и логопед в одном из детских садов Новочебоксарска, а еще мама 7 детей. Сегодня ей вручили знак материнской славы Чувашской республики «Ане». Выражаю свою глубокую признательность за вашу отеческую заботу о детях и семьях нашей республики. Желаю, чтобы Чувашия обогащалась большими, крепкими и дружными семьями. В общей сложности награды сегодня получили более 60 жителей республики.